Всем привет! Сегодня я расскажу вам о резорте, который обрел второе дыхание со сменой владельцев. Сейчас я вам показываю общий бассейн. Он небольшой, тем не менее, очень приятное впечатление оставляет. Видно, что он такой чистенький, ухоженный. А теперь я вам покажу два дома. В один из них мы сегодня не попадем, а во второй попадем. Тот, который не попадем, его сейчас убирают, и показывать грязный дом не очень хорошая идея, но тем не менее я могу вам показать, как он выглядит снаружи. Есть у него приватный бассейн, такая зеленая симпатичная территория. Мы можем посмотреть вот этот дом и сравнить их. Они очень похожи, за исключением того, что здесь все-таки нет бассейна приватного. Но тем не менее вы можете пользоваться общим бассейном. Что есть? Есть вот такая тут терраска, где можно посидеть, отдохнуть. Очень хорошо она закрыта, то есть дождь вас беспокоить не будет. Подъезжать вы будете с дороги вот сюда. В то же время вот у этого дома, к которому сегодня не попадем, с приватным бассейном, вы к нему будете заезжать вот сзади. Там есть подъезд. Вот, чтобы вы понимали, как сюда можно проехать. Домик большой. Здесь что-то можно организовать. Вот. Позади, кстати, видим красивые пальмы, зелень. Очень, что мне нравится в этом резорте, очень зеленый. Теперь, что изменилось с приходом новой хозяйки? Москитные сетки появились. Дом стал лучше выглядеть, намного чище. Я здесь был 3 года назад. Поставили телевизор LG с плоским экраном, я проверил, есть USB. По словам хозяйки, смотреть фильмы можно, но надо проверять этот момент. Видим, в гостиной есть кондер, вентилятор. Простые диванчики, которые тяжело достаточно убить. Но что мне нравится, вот поверхность, ткань не ушатана выглядит. Заходим в спальню, видим, что здесь есть тоже москитные сетки. Большой шкаф. В каждом доме есть сейф, я имею в виду двуспальный дом. Симпатичная кровать, вижу, что вроде как queen size, но тем не менее она подходит для двух взрослых человек. Смотрим, да, москитные сеточки тоже есть. Зеркало, маленькая раковина, это небольшой минус. Смотрим душ, вот он, и стекает вода вот сюда, то есть далековато идет она, соответственно, здесь все время будет сыро, вот я сейчас зашел, здесь сыро. Ладно. Это больше косяк самого санузла. Что еще мы здесь видим? Здесь есть хороший нормальный стол с тремя стульями и одной табуреточкой. Вот. Абсолютным бонусом здесь является стиральная машина с горячей водой. Есть посуда, есть газовая плита. Если газ заканчивается, вы оплачиваете его. Я смотрю, кухня хорошо укомплектована. Холодильник большой. Заходим во вторую спальню. Опять есть москитные сетки. В спальнях очень светло. Есть большой шкафчик. Вот он. Сейф, кстати, находится вот здесь. Очень грамотно. Мне как-то, я смотрю, очень так все сделано просто, но со вкусом. Еще один кондер. И большой санузел. Тот санузел можно считать просто бонусом. Потому что, я думаю, если бы здесь семья жить, то пользоваться будете в основном вот этим санузлом. Хозяйка говорит, что в каждом кране есть горячая вода. И это для Таиланда очень-очень привлекательно. Обратите внимание, есть розетки. Это очень редко встречается. Те, кто пользуется электробритвами, для них это большой плюс. Все, видите, очень выглядит. Всякие шампуни, большой декорчик. В общем, очень приятно.
Что могу сказать? Расположение у этого объекта очень хорошее, то есть вы будете жить на Ломаи в тихом районе. Хозяйка мне понравилась, адекватная. На этом все, с вами был Лев с компанией Balsamui.